رئيس يكنا. رئيس يكنا. Не может быть. Считайте. Да. Надо немедленно звонить в область товарищу Пристернюк. Да, но ведь сегодня воскресенье. Не важно. Одну минуту, товарищ. Больно, Ваня. Мура. Эй, гражданин, ты куда? Дедушка, где у вас тут начальство расположено? А тебе зачем? А я из газеты. Здравствуйте. Анатолий Петрович! Толя! Чего? Тут тобой товарищ из газеты интересуется. Здравствуйте, Иванов. Очень приятно. Ваш спецкор из области, безродный. Ага. Значит так. Квартальный план в этом году мы перевыполнили на 300 декалитров. Сейчас работаем новый напиток под названием... Золотая осень. Да. Это не надо, я по другому делу. Мне товарищ Травкин нужен. Прошу. Прося. Добавь 5 литров вечерней прохлады. Что ты хватаешь? Это грибная сырость, прохлада тут. Сколько учить можно? Тёлка. Иван! Чего? К тебе из газеты. Здравствуйте, товарищ Травкин. Здравствуйте. Мне надо вас сфотографировать. Пожалуйста. Встаньте, пожалуйста, правее. Раскройте рот. Шире. На речке, на том бережочке мыло Марусенька белые ноги. Мыло Марусенька белые ноги. Белые ноги, лазоревые очи. Плыли к Марусеньке серые гуси. Кыш вы летите, воды не мутите. Воды не мутите, с экрана будите свекор Марусеньке. Марусенька долго гуляла,
А сейчас, товарищи, вне программы, вне регламента, выступит всем нам известный, к сожалению, дантист, зубной доктор Аркадий Борисович Шереметьев. Товарищи, в нашем районе, в нашем городе Верхние Ямки живет необыкновенный человек. Иван Сергеевич, подойдите, пожалуйста, сюда. Зачем? Иди разоводь. Вот этот человек. Это старший технолог завода безалкогольных напитков Иван Сергеевич Травкин. У него, товарищи, 33 зуба. Ничего смешного в этом нет. Кажется, давно пора бы знать, что у обыкновенного человека всего 32 зуба. А я, как специалист, утверждаю, что за всю историю стоматологии такой случай встречается впервые. Это ложь! Что? Кто это сказал? Это я сказал. Вы, Прохоров? А почему вы так считаете? Потому что ложь! В другом месте поговорим. Товарищи, вопросы будут? Пусть зуб покажет! Товарищи, одновременно все зуб увидеть не смогут. Поэтому прошу трех желающих выйти на сцену и убедиться. Товарищи, я предлагаю счетную комиссию товарищей Перельмана, Мамедова и Федотова. Кто за? Товарищи, а почему одних мужчин? Я предлагаю ввести женщину. Предлагаю Горину. Кто за? Двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три. Точно, 33. А сейчас я шагаю по Москве в исполнении хора завода безалкогольных напитков. Хотя иду, шагаю по Москве, и я пройти еще могу. Иван Сергеевич! Доброе утро. Здрасте. Здрасте. Иван! Я... Значит, едешь? Еду. Чтоб послезавтра вернулся. Постараемся. Нехорошо, доктор. У меня экспериментальный напиток, а вы специалист увозите. Так не я. Облздравотдел вызывай. Товарищ Пристижнюк. Присядем на дорожку. Ну, до свидания. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Заходи, Шереметьев. Садись. Тут на тебя заявление поступило от товарища. Здрасте, Прохоров. Что ж ты, отец, людей в заблуждение вводишь? Кого? Как? А так? Однобоко поднимаешь на щит своих приятелей, других зажимаешь? Ты что? Кого я зажимаю? Какой щит? А такой. Вы вчера говорили, что Травкин уникальный. Да, говорил. Значит так. Если у одного 33 зуба, и у него есть рука, то его сразу фотографировать и на сцену, и он уникальный. А у другого 33, но он человек скромный и никуда не лезет, значит, ему шиш! Прибо, да? А у кого еще 33 зуба? У меня. Ну что вы говорите, Прохор? Я ж вас лечил. У вас, как у всех нормальных людей, 32 зуба. Хорошо. Это чей зуб? Не знаю. Это мой. Вы же мне его сами удалили.
Помните? Помню. Посчитайте. А за сколько? 32. Ну, значит, всего сколько было? 32. Видали? Чудеса арифметики. Во рту 32, и в руке один, и все равно 32. Да. Неувязочка получается, товарищ Шереметьев. Сколько же было зубов у товарища Прохорова в сумме? Постоянных 32. Видали? А я вам что говорил? Это же кумовство. Не ожидала я от вас, товарищ Шереметьев. Молодой специалист. Некрасиво. Очень некрасиво начинаете. Да нет, Галина Петровна, все очень просто. Это обыкновенный молочный зуб. Он содержался дольше, чем нужно во рту больного. Я его удалил, и на его месте, как полагается, вырос нормальный. Это бывает и довольно часто. Ну вот видите, товарищ Прохоров, я же вам говорила, что все будет в порядке. Вот все и разъяснилось. Никто вам палки в колеса совать не собирается. Понятно. Я так и знал. Все понятно. Заявление возьмете? Нет, пускай полежит. До свидания. Вы еще меня поплачете кровавыми слезами. Склочник! Садись, Шереметьев, как тебя там? Аркадий Борисович. Давай, Аркаша, покалякаем. Я слушаю вас, Галина Петровна. Прежде всего, поздравляю тебя с открытием от души. Что, Галина Петровна, в общем-то, это ведь чистая случайность. Случайность, отец, это непознанная закономерность. Кто ищет, тот всегда найдет. А с меня начальство уже стружку снимает. Что? Ну, дескать, почему не вовремя сообщили? И вообще, почему нездоровую шумиху вокруг этого устраиваем, а научно не обосновываем, ну и так далее. В общем, ясное дело, примазаться хотят. Поэтому тебе, Аркаша, сегодня ночью придется с этим Травкиным полететь в Москву. Мне? Ну, а кому же еще? Ой. Да ты не бойся. Я к тебе завтра туда подскочу и помогу, если что. Спасибо, Галина Петровна. Но хорошо бы рентген сделать. Успеется. Теперь тебе нужно будет подумать о диссертации. О диссертации? Ну, а как же? Ведь сам сказал, что уникальный случай. Да, но материалу маловато. Хорошо бы еще проверить. Это поможем. Я помогу. А можно и вместе писать. Коллектив, отец, великая сила. По рукам. Иван Сергеевич. Сядьте, пожалуйста. Улыбнитесь. А теперь давайте еще разочек повторим текст. Значит так. Значит, она спрашивает, что это за человек, который так скромно сидит за столиком? А вы что? А я что? Это она вас спрашивает? Правильно. А я говорю, это Иван Сергеевич Травкин, наш гость из города Верхней Ямки. А вы? А я говорю, родился в 1921 году в Верхних Ямках. Подождите. Она еще к вам не подошла. Она меня еще спросит. Значит, тот человек, у которого 33 зуба. А я что? А правильно. А вы? Да, это он. Единственный так? В мире. Точно. Потом, значит, расскажу кратенько автобиографию. Точно. Потом, вы знаете, вот когда я буду говорить про школу, вот в этом месте, мне бы хотелось сказать, что когда я учился в 6 классе, и мне было 12 лет, я поймал сама на 40 килограмм. Это не надо. Почему? Ну кто этому поверит? Ну, я же поймал. Ну, не будем об этом, Иван Сергеевич. Да вы что, не верите мне, что ли? Иван Сергеевич, я всю жизнь ловлю рыбу, но в этом озере таких сомов не бывает. Ну, на 15 килограмм я ловил, но больше там не водится. А как же я поймал? Эх, Иван Сергеевич, я простой фотокорреспондент областной газеты. Для меня выступить с вами по телевизору, потом поехать в Москву, очень большая честь и, может быть, переворот во всей моей жизни. Но я честный человек, Иван Сергеевич. И я не позволю вводить людей в заблуждение. Вы считаете, что я их ввожу в заблуждение? Ну, хорошо. Хорошо. Вот что это? Щука. Да каждый дурак знает, что щука. Сколько она весит? 3,5-4 килограмма. 9 килограмм. 5. 9 килограмм, 148 грамм. Ну, вот так же вот и ваш сон. В таком случае я по телевизору выступать не буду. Ну, в таком случае и не надо. Правда дороже. Известно,
что новое содержание требует для себя новой формы. Но, с другой стороны, и новая форма требует для себя нового содержания. Ибо нельзя новое содержание втиснуть в прокрустово ложе старой формы, так же, как и старое содержание нельзя втиснуть в рамки новой формы. Поэтому, как я говорил уже выше, форма не должна быть в отрыве от содержания. То есть она должна соответствовать ему. Спасибо. Виктор Викторович, скажите, пожалуйста, над чем вы сейчас работаете и чем вы порадуете наших читателей? Да ведь, как вам сказать, в своем новом романе я, как и всегда, стремлюсь добиться монолитности формы и содержания. То есть я нахожусь в стадии поиска. Но поиск... Люба! Включай телевизор! Ивана показываю! Так же, как старое, не должно зачеркивать нового. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Что ж ты врешь? Только детей взбаламутил. Нашел время шутки шутить. Куда вам? Мне надо срочно на завод телеграмму отправить. Что вы, какая телеграмма? Сейчас вашу нет, очередь. Я не... Игорь, скажите, пожалуйста, кто этот человек, который так скромно сидит за дальним столиком? Это Иван Сергеевич Травкин, наш гость из города Верхней Ямки. Я писал о нем. Видишь? Помолчи. Что вы говорите? Значит, это и есть тот человек, у которого 33 зуба? Зуба. Да, это он, единственный в мире. Как интересно. Игорь, вы должны меня познакомить с ним. С удовольствием. Иван Сергеевич, познакомьтесь, пожалуйста. Это наш диктор телевидения Нина Светлова. Ты что, можешь напомнить? Слушайте, мне надо уйти отсюда. Вы хотите нас покинуть? Да, надо. Мы вас отпустим, но прежде вы должны рассказать нам о себе. Да мне телеграмму надо послать на завод. Я забыл. Ну что ж, вы можете сказать прямо отсюда. Среди миллионов наших телезрителей, наверное, находятся ваши друзья из Верхних Ямок. Нас уже показывают? Куда говорить? Ну, дает. Вот артист. Это не нарочно так договорились. Товарищ Иванов, ты меня слышишь? Слышу. Толя, слушай. В золотую осень надо добавить 18% утренние росы. Слышу. Забыл я. Ты скажи, в какой бутылке? В какой бутылке, Ваня? Дорогие товарищи, на случай, если товарищ Иванов не слушал нашей передачи, просим передать, что в напиток «Золотая осень» нужно добавить 18% утренней росы. Большое спасибо. 20%. Я слышал. Да. Значит так. Да. Родился да. Я... В 1921 году. Спасибо. В рабочей семье. Свое детство я провел в Верхних Ямках. Учился в школе. Любил рыбную ловлю. Вот. Когда мне было 12 лет, я поймал сама. На 40 килограмм. Вы супруга гражданина Травкина? Да. Вован Сергеевича? А его нет. Он как раз в области. Сейчас по телевизору выступает. На голубом огоньке. У меня к вам дело. Так заходите. Там кто-нибудь есть? Дети. Тогда удобнее здесь. Я из областного музея. Вы бывали в нашем музее? Нет. Напрасно. У нас великолепная экспозиция. Все представляющее научную, историческую ценность, собранное в нашей области, хранится в музее. Так вот, мы хотели бы приобрести череп вашего супруга. Что? Череп. Или в крайнем случае челюсть. Что, что? За наличный расчет, разумеется. Как вы на это смотрите? Так он же живой.
Все мы гости на этой планете. Да идите вы вон отсюда! ₽60. Вон! Придется войти в контакт с прямым обладателем. Самолет пассажирам, прибывшим в аэропорт Домодедово, в город Москва, можно проехать следующим транспортом. Электропоездом до Павелецкого вокзала. Иван Сергеевич, специальным автобусом до площади Революции, а также вертолетом. Минуточку, подождите, я позвоню только институтскому товарищу. Я сейчас. Я не понимаю. Мадам спрашивает, у вас зубы болят? Да, очень. Please tell him that the powder bark of the mango tree helps them. Мадам говорит, что очень хорошо помогает толченая кора мангового дерева. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Какого дерева-то? Понятно. Прохоров. Здорово. А ты как сюда попал? Все понятно. Я тебя еще выведу на чистую воду. Вы все еще здесь? Вас предупреждали. Жена сантурист. Иду, иду. Вот только добрее. Поторапливайтесь. Проходите, пожалуйста. Товарищ освобождает. Он только добреется. Чудесненько. Здравствуйте. Это он, что ли, иностранный турист? Да. Ха, ну вы и даете. Это Стравкин. Я ее вчера по телевизору видел. А меня это не касается. Мне велели, я и поселяю. А вы переходите в общежитие быстрее. Перехожу, перехожу. Проходите, Иван Сергеевич. А вы становитесь популярным. Так, вот лекарство. Ну, я побежал в институт. Завтра утром вам позвоню. Ладно. До свидания. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. А я вчера твоему директору телеграмму послал насчет 18 градусов. Процентов. Неважно, разберутся. Миша. Иван, друг, ты меня извини. Получается так, что я тебя... Пустяки. Ты чего приехал-то? Да на исследование. Изучать меня будут. Говорят, уникальный случай. Вот чайники-то. Почему чайники? Ну, а что тебя изучать? Тебя и так видно. Смешно рассуждаешь. Наука. Тут, говорят, он летучую мышь изучали. И то у него в башке какую-то там сложнейшую локатор, что ли, нашли. Это я читал. Сейчас и про дельфинов большой звон идет. Ну и что? Ну, а ты-то ведь не летучая мышь, верно? Ну, нет. У тебя в башке локатора нет? Нету. И в зубе нет? Нету. Ну, тебе говорю. Вот я и не пойму, что ты говоришь-то. Что ж, я сам для собственного удовольствия заявился сюда. Смешно. У меня сейчас он жена дома с ребятишками одна. На заводе самая запарка. Вот и чайник. Сам ты чайник. Я же тебе говорю, наука. Черт его знает, что в этом зубе. Болит он, просто спасу нет. А я вот терплю. Сбегать, что ли? Не надо. Хуже нет, когда зуб болит. Розать и то легче. А ты рожал? Ну, розать не рожал, а зубов всего 5 штук осталось. Теперь берегу. А раз по глупости, чуть заболит сразу. Дёрг. Вот говорят, в каких-то ямках снежного человека поймали. Так у него 33 зуба. Вот это ух-то. Рви не хочу. А как его поймали? Да он водопроводный труб перекрызал. Весь город без воды оставил. Хватит болтать-то. Да не, точно. Вчера по телевизору показывали. Я, правда, сам не видел, а ребята толкуют. Дикий он совсем. С хвостом? Не, его приодели для выступления-то. Но порядков их не знает. Порядков их не знает. Зубы ткали. Диктор своему, пой. А он не понимает. Сырых грибов, говорит, дайте. Ну, где он там сырых грибов возьмет? Так и не раскололся. Ну-ка, дай-ка прикурить-то. Да. А чего в больнице идти? Там в очередь до утра сидеть. Вон там, в том доме, доктор платный живет. Здорово рвет. Останови.
Вот тот подъезд. 13-я квартира. Семен Семенович. Ой, ребят. Не надо. Ты все перепутал, друг. Вовсе это не снежный человек. А кто там? Марсианин. А-а-а, брось ты. Только это между нами. Могила! Семен Семенович? Семен Семенович уехал в Воронеж. Навсегда. Переселился. Ну, извините. Товарищ Травкин! Товарищ Травкин, я вас прошу, зайдите ко мне. На 5 минут. Всего на 5 минут. Жена моя будет в восторге. Не могу. Зуб болит. А у меня есть? У меня есть. Прошу. Розочка! Розочка, ты посмотри, кто к нам в гости пришел. Это же Травкин. Извините. Пожалуйста. Прошу. Знакомьтесь. Это моя жена, Розочка. Приятно. Любашкин. Миша. О! Водолаз. О, какая прелесть. Под водой, наверное, столько интересных вещей. Да, мы тут недавно мотоцикл нашли. Ну что ж мы стоим, Розочка. Проходите. Проходите, прошу вас. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Не беспокойтесь. Вот, примите, помогает. Не пью я. Ну, пожалуйста. Мы вас очень просим. Да нельзя мне. Ну, одну рюмочку. Не обижайте нас. Товарищ Травкин, глотать не обязательно. Главное, на зубе подержать. Прям не знаю. Вот так. Позвольте. Сева, Любашкин говорит, бери 2 пол-литра и ко мне. Пулей. Травкин у меня. Ну, Травкин тот самый. С 33. Ну да. В общем, понял? Да. Алло. И Харитонову позвони. Прихожу на водоем. Все чин по чину. Что чин по чину? Все. Лед. Лунки, люди сидят, ну и мормышат. И ни у кого не клюет, ни поклевочки, ни синь пороха. Прихожу я, оглядываю, решаю здесь. Тут все важно. Тут все важно. Ты только закусывай, дядя Вань. Сыц. Ну что главное? Не знаю. Не знаю. Ветер. Определяю направление. Занимаю лунку. Маромышу. И что? Ничего. Не клюет. Тогда я лезу в карман. Достаю маромышки. Думаю, чечевичка. Не пойдет. Думаю, слизинка. Нет. Выбираю вот эту. Конструкция моя. Насаживаю мотыля. Сюда. Закидываю и
надо, дядя Вань. Клюет. Право. Вы настоящий чародей. Вы-то меня понимаете? Да. Будьте моей женой. Товарищ, у меня срочный случай. Мы все торопимся. У всех срочный случай. Конечно. Мне надо человека в сумасшедший дом отправить. Ясно? Извините. Объясните, гражданочка. Вот ежели мы с одним человеком приехали в Москву, как его в сумасшедший дом отправить? 3 копейки. Аркадий Борисович. Доброе утро. Как самочувствие? Ничего. Спускайтесь, за вами вышла машина. Московское время... Ладно. Ну, значит, мы вас ждем. Это... Друг. Миша. Чего я там вчера натворил, не помню. Уху варил. Ну ты даешь, дядя Вань. 20 лет не пил, его закусывать надо. Минуточку. Войдите. Иван Сергеевич, доброе утро. Это мой папа. Папа, это Иван Сергеевич. Познакомьтесь. Очень приятно. Валентин Петрович. Здравствуйте. Вот мы и познакомились. Должен сознаться, что ваше предложение для меня несколько неожиданно. Папа. Помолчи, Розочка. А, я, конечно, понимаю, молодость, 20 век. Иван Сергеевич, я должен с вами поговорить. Как мужчина с мужчиной. Девочка, оставь нас, пожалуйста, одних. Ой, папа. Иди, иди. Розочка, иди. Иван Сергеевич, мне все известно. Вы марсианин. Чего? Не притворяйтесь, это знают все. Что знают? А то, что в Африке, в том месте, где садилась марсианская ракета, нашли череп. А у него, у этого черепа, 33 зуба. Так. А вчера заграничный профессор Брук по радио сообщил, что вы прямой потомок марсиан. Ну, дают. Ну, таксист. Это кто? Это Миша. Вот что, это все Мура. Я здешний. Ладно, ладно, можете не сознаваться. Это ваше дело. Это ваше дело. Но я, как отец, должен знать, можете ли вы назвать своей подругой земную женщину? Как? А так. Вы понимаете, о чем я говорю? Ага. Да или нет? Вообще, да. Все, больше ни слова. Я очень рад. А Василий мне никогда не нравился. Да какой Василий? Любашкин, муж Розочки. До свидания. Желаю счастья и успехов в этом направлении. До свидания. Кто этот ненормальный? Тебе же говорят, папа. А она кто? Ну ты и даешь, дядя Вань. Хозяйка вчерашняя, невеста твоя. Пардон. Папа паникер, но вы ему колоссально понравились. Вы меня, пожалуйста, извините, я вас чего-то набедокурил. Рыб я вам куплю, название только напишите. Это чепуха, все это мещанство. Садитесь, Ваня. Садитесь.
Значит так. Мы поедем с вами куда-нибудь в Медвежий угол, поселимся в шалаше, будем рыбачить, печь картошку у костра, она такая будет черная-черная, когда ее разломишь, она будет белая. Я для вас буду ходить по воду босиком, по прохладной утренней росе, а? Как? Спасибо, но я не могу. Почему? Как? Что вы такое говорите? У меня семья, жена, дети. Ну что? Да нет, просто я... Ну и пускай. Пускай. Я ведь вас все равно люблю. Ваня. Милый. Солнышко. Что вы делаете? Ну, я товарищ Травкин? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. Товарищ Травкин, мне нужен ваш череп. Чего вам надо? Черепная коробка. В крайнем случае, челюсть. Это что, вы прямо сейчас, что ли? Нет, ну после смерти, разумеется, для областного музея. Вы согласны? Прошу вас. Распишитесь вот здесь. Если надо. 60 рублей. Средства музея ограничены, к сожалению. Слушай, дядя, купи мой. За десятку отдам. Таких черепов, как у нас с вами, молодой человек, на любом кладбище, навалом. Шучу. Этот череп не представляет для науки никакого интереса. До свидания. До свидания. До свидания. О, да. Такой котелок всего 60 рублей. Иван Сергеевич, я буду вашим секретарем, домработницей. Ладно. Больному зубу, к зубу твоему, сегодня взор горящий обращаю. И этот стих взволнованный ему, ему, товарищ Травкин, посвящаю. Ну как, старичок? Блеск. Дуй дальше. Отличные производственные показатели, товарищ Травкин, всегда сочетал с общественной работой и спортом. Невкусно. Ты не факта давай. Хорошо. 1920... Погоди, погоди. Пою твой зуб. Не печатай, не печатай. Пою твой зуб. Пою за то, что высоко. Он светит над родимыми полями. За то, что в эту почву глубоко уходит он могучими корнями. Как? Вот он, то. Травкин. Видал, дядя Ваня? Теперь твой зуб не твой зуб, а народное достояние. Здравствуйте, Иван Сергеевич. Доброе утро. Добрый день, товарищи. Добрый день. Простите, пожалуйста, можно вас на секундочку? Вы ничего не слышали? Из-за границы по радио передали, что наличие у вас 33-го зуба подтверждает теорию, что марсиане посещали Землю. Здравствуй, старик. Родион Хомутов. Мы с Родни пишем о вас поэму. Это вы тот самый Хомутов? Тот самый. Очень товарищ приятно. Травкин. Вася. Доброе утро, Розочка. Дайте мне ваш автограф. Кто это? Не знаю. Вон он. Видали, что вы... И творяет. Ясно. Разрешите? Разрешите? Товарищ Травкин? Да. Травкин Иван Сергеевич. Да. Вы за мной? Слава Богу. Далеко
далеко и не близко. Аркадий Борисович уже там? Все уже там. Вы чего? Можно, можно. Отпусти, Мандрыкин. Остановить на минуточку. Мне рыбок купить надо. Можно. Аквариум вчера случайно у знакомых разбил. Ну что ж, рыбки это дело хорошее. Так спокойнее довезем. А ладно. Еще раз волнуется, кусаться начнет. Итак, товарищи, зубы – это жирнова нашего организма. Человек, обладающий большим количеством зубов, хорошо усваивает пищу, и поэтому он здоров, весел и счастлив в общественной и личной жизни. И наоборот, человек, страдающий отсутствием онных, предрасположен к болезням, раздражителен и морально неустойчив. В связи с вышесказанным, значение 33-го зуба трудно переоценить, товарищи. Группа молодых ученых, которую возглавляю я, сейчас вплотную работает над этой проблемой. По нашим предварительным подсчетам, мы, досконально изучив это явление, сможем в самом ближайшем будущем увеличить количество зубов у каждой общественно полезной единицы до 40-45 штук, товарищи. Следовательно, мы на пороге величайшего открытия, товарищи. Уникальный зуб Травкина Ивана Сергеевича может явиться ключом к воротам в новый золотой век, где навсегда сгинет прошлое извечное, где навсегда сгинет в прошлое извечное ахиллесово пята человечества, проклятая беззубая старость. Что нам для этого надо, товарищи? Для этого нам прежде всего нужны средства для организации специального или, вернее, крупного научно-исследовательского центра в городе Верхние Ямки, где товарищ Травкин, этот выдающийся человек, кстати, он скоро прибудет и будет лично присутствовать на нашем совещании, смог бы без отрыва от производства... В чем дело, товарищ? Простите, простите, пожалуйста. Ты чего? Галина Петровна. Здрасте. Садитесь, пожалуйста. Вот он. Кто он? 33-й. Любите рыбок? Да разве это рыба? 60 рублей за такую муру выложил. А зачем же вы тратили такие деньги? А, не жалко. Деньги шальные. Я их за череп выручил. Какой череп? Да за свой собственный. Сегодня утром продал. Посчитайте, пожалуйста, от 10 до 1. Только быстро. 10, 9, 8. Это... 10, 9, 8. Ну, достаточно. Спасибо. Ну да. Встаньте, пожалуйста. Протяните руки. Раздвиньте пальцы. Закройте глаза. Пьете? Нет. Скажите, пожалуйста, а вам никогда не казалось, что вы чем-то отличаетесь от других людей? Казалось. Чем же? Как чем? Сами знаете, у меня аж 33 зуба, еще это... Ну, что еще? Непроверено. Что непроверено? Что я потомок марсиан. Угу. В народе говорят, что я еще и снежный человек, но это глупость какая-то. Ну, садитесь, пожалуйста.
придется у нас задержаться на некоторое время. Вас сейчас покормят, вы примете ванну, выдадут одежду. Не могу. Я, товарищи, для науки готов на все. Но в следующий раз с удовольствием, а сейчас не могу. Завод, понимаешь, осадок у нас там и вообще. До свидания. До свидания. Он. Он. Здравствуйте, Иван Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, что так все случилось. Пойдемте, Иван Сергеевич. Минуточку. Валентин Иванович, это ярко выраженная шизофрения. Он помешан на каком-то 33-м зубе. Вера Федоровна, это не помешательство, это факт. Тоже мне психиатр. Да я бы таких психиатров у себя в области давно бы выгнала. Прессу, прессу надо читать. Пойдемте, Иван Сергеевич. Очень рад был познакомиться. Очень рад. До свидания. Зайдете ко мне в конце дня. Черт, неудобно получилось как-то. Теперь, я думаю, пойдут с 33 зубами. Отпустили, да? Эх, вы отпустили. Что, поверили, что у него 33 зуба, да? А ведь это не у него, а у меня 33 зуба. Вот. Товарищ Травкин! Да? Здравствуйте, наконец-то! Можно объявлять? Объявляется! Господин Травкин, несколько вопросов. Какое ваше хобби? Чего? Хобби. Иван Сергеевич в свободное время ловит рыбу на мормышку. Вы были за границей? Нет. Почему? Был в Берлине, в Праге. Вы ездили туда по служебным делам? Я не ездил, я пешком. В качестве туриста? Нет, в пехоте. Иван Сергеевич, одну минуточку. Девочка, иди ко мне на ручки. Не хочу. Девочка, иди скорее на ручки. Внимание! Снимаю! Иван Сергеевич! Это и есть, наверное, счастье! Счастье, когда утром хочется на работу, а вечером домой. Уважаемые зрители, почетное право первого удара предоставляется Травкину Ивану Сергеевичу. Иван Сергеевич! Назад! Назад! Я не имею футбол. Да ну! Если в городке другое дело. А, ну, да, блин, а, да, не срамите меня! Что же будем делать, а? Черная она, бросает. Я сам знаю, что черная. А вот где такая? Пойди разбери. Сырость тоже черная. По вкусу никто, кроме Ивана Сергеевича, не знает. А ну, кликни, Митрич, пусть попробует, может, разберет. Как же разберет. Митрич! Митрич! Чего? Иди сюда! Слыхали? Травкин-то наш, говорят, в Москве на артистке женился. Ладно, давай. Да вроде как это. Лету, была не была. И что, телеграммы пришли? На одну я даже ответил. Так вот, слушайте, чего пишет. Директору Иванову добавить осеннюю прохладу. 18% утренней росы. Воины нашего гарнизона хотят завязать переписку с девушками вашего завода.
сержант Иванов. Чё? Слышь, а я им отписал. Девок в нашем заводе нет, переписывай с пекарни. Ну, дай сюда. На, попробуй. Черт твоей матери, все в реку! Значит, вы и есть уникум. Интересно. Да. Болит он очень. Просто невозможно терпеть. А зачем же терпеть, шприц? Александр Федорович, к вам профессор Брук. Он может войти. Да, конечно. Пациент в отличном состоянии. Вы готовы? Готов. Ага. Я занимаюсь проблемами мозга уже 40 лет. Сейчас мы измерим биотехнику вашего мозга, сердца и электрический потенциал спинного мозга. Очень чудно. Если показания совпадут с теми, которые я рассчитал теоретически, ваше марсианское происхождение будет доказано. О, мама. Нормально. Вы уже испытывали аппаратуру? О, пост, на самом себе. Холодно! Давай быстрее! А терпите! Сомнений больше быть не может. Поздравляю, коллега. Ну как? Что получилось? Брависсимо! Сергеич, мне надо с вами поговорить. Чего? Обстоятельства складывались так,
вам, видимо, придется взять на себя очень почетно, но в то же время, к несчастью, чрезвычайно опасную миссию. Будьте здоровы. Спасибо. Опыт профессора Браука подтвердил ваше марсианское происхождение. Следовательно, вам будет легко найти общий язык с существами, населяющими Марс. Так. То, что я вам сейчас скажу, является строжайшей тайной. Мы располагаем аппаратурой, которая в состоянии отправить биологическое вещество в любую точку Вселенной. Так. Ну, разумеется, предварительно разложив его на элементарные частицы. Вам понятно, куда я клоню? Нет. Вам придется отправиться на Марс и войти в контакт с марсианами. Ясно. А по радио никак нельзя с ними связаться? Нет. Разрешите с семьей посоветоваться. Покинуть вас и, быть может, навсегда. Иди к своей этой. Вон! Эх ты! Папа! Ребятки, берегите мать. Семья согласна. Вот какое дело. Улетаю я, товарищ. Брось. Давай обнимемся, Кеш. Давай, Ваня. Внимание! До старта 300 секунд. Товарищ Травкин, займите исходные позиции. Бесконечно горжусь вами.
За детишками присмотри, избалуют их, небось, построже надо. До свидания. Держи, старик, жизнь и подвиг Ивана Травкина. Спасибо. Я от души писал. Спасибо. Поаккуратнее там. Есть. Иван Сергеевич, можно? Ну как это? Дядя Ваня, кончай ты это дело, махнем с тобой под воду, там тебя никто не найдет. Можно? А, да, да. Ну и зря. Прощай, прощай, Ваня. Да вы я что? Я буду ждать тебя. Не всегда. Надо. Всю жизнь. Помиритесь, прошу вас, помиритесь. Ваня! Не провожающие, просим покинуть полигон. Травкин! Чего? Извините, что беспокоит, такой момент очень важно. Скажите, как по-вашему нужно писать? Заяц или заяц? А как раньше писали? Заяц, так то нельзя, то ли? Совершенно исключено! Да пишите, как хотите, мне здесь все равно! Спасибо! Дождь скоро будет. Говорят, в дождь улетать приметы хорошие. Люба, ты все это выкинь из головы. Бура все это. Внимание! Приготовились! Есть! Десять, девять, семь, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, старт! Русенька, белые ноги, мыла Марусенька, белые ноги, белые ноги, лазоре. Вот и все.
невежды. Вырвали. Значит, я того спал. Бабусь, как там с Травкиным? Когда он? Отмучился сердешный. Как отмучился? Вырвали ему зубик-то. Как вырвали? Ну да, Бог дал, Бог взял. Да еще много осталось, 31. Заблуждаетесь, мамаш, 32 зуба осталось. Не, родименький, знаешь, грибы-то бывают. Корень один, а головки две, так и у этого зубик. Корень один, головки две. Ну и дает же дядя Ваня, а? Здравствуй, друг мой. Здорово. Слушай, Ваня, а меня вылечили в сумасшедшем доме электрическим током. Я теперь совсем не заикаюсь. Молодец. До свидания. Ну, до свидания, Ваня. Ты не обижайся на меня. Я ведь это все от нервов делал. Нервы у меня были растрепаны. Я знаю. Дядя, будь здоров. Ваня! Ваня! А? Слушай, Ваня, дай мне 5 копеек. Я ведь в Москве все деньги потратил. На. Ты только никому не говори, что у меня тоже было 33 зуба. Да. Ладно. Спасибо. Будь здоров. Thank you.